1300 молодых людей из Ярославской области отправятся в армию этой весной. Большинство из них направят в сухопутные войска на военно-морской флот и войска Национальной гвардии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Николай Сурков. С 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания, она продлится до 15 июля. Ярославских призывников расформируют по 26 регионам северо-западной России, заявлений на прохождение альтернативной гражданской службы нет. Кроме того, у этой кампании есть законодательные новшества. Они касаются молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее по состоянию здоровья были освобождены от службы. Теперь им предоставлено право пройти освидетельствование, и в случае, если они будут признаны годными к военной службе, либо годами к военной службе без ограничений, либо с незначительными ограничениями, они будут призываться на военную службу.